Я желаю Путину скорейшего покоя, но моего желания недостаточно. Но я также понимаю, что Россия может измениться, а мы можем извлечь уроки из своего взаимодействия с ней. Рабскому сотрудничеству пришло время положить конец. Интересы Армении превыше всего, а это раболепство перед Россией, которое присуще огромному числу армян, особенно среди псевдоэлит, привело нас к тому, что нас ни во что не ставят и правильно делают. Зачем во что-то ставить рабов? Рабу можно только поливать в лицо, как Россия это и делает последние 10 лет. А наши псевдоэлиты это глотали и просили добавки. Сегодня мы должны вести сдержанную политику и пытаться всячески сохранить Арцах и наш суверенитет.